Теперь пошли четвертой группы крови. АБ. АБ. Четвертая группа крови. Да, немножко нервный тип. Какое слово приходит в голову корейцев, когда они слышат, что человек четвертой группы крови? Это цацаван. Переводится как четвертое измерение. Цацаван переводится как четвертое измерение. То есть это человек с характером как четвертое измерение, то есть который невозможно понять. Это человек находится в своем мире, и его понять крайне тяжело. У него своя философия, у него своя жизнь. Он никогда не заботится о других. Нельзя сказать, что не заботится. Он никогда не переживает по поводу того, что о нем могут подумать другие. То есть ему нравится, допустим, кушать одному. Он будет спокойно сидеть, кушать один, тогда как вся другая компания сидят и вместе едят. Потому что ему это нравится, это его стиль жизни, это его философия. Ему так нравится. Он не любит быть в компании. Такие люди не особо любят быть в компании. Не любят там быть прикрепленными к чему-то, да? Любят свободу, наслаждаются жизнью. Когда он один, такой вот интересный тип. Сачаван, да, это вот как раз те люди, у которых свое измерение мира, свой мир, своя мысль. Йою это свобода. Да? Свобода не просто как временная свобода, а еще и душевная. Чаще про йою говорят как душевная или там временная свобода, да? Временная свобода. То есть, когда есть свободное время, так далее. Цюги, да, это означает наслаждаться. Наслаждаться. То есть они очень хорошо умеют наслаждаться свободой. Противоположность от второй группы крови, да? А, вот, only нам заметил, что creative person. Creative, 뭐라고 그러더라, 한국말로? 창의력. 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 Это креативность. У них хорошо развита креативность. Почему? Потому что у них есть свой отдельный мир, как объясняют, да? И они еще также известны тем, что очень тяжело понять их философию. То есть, знаете, это вот такой тип людей, которые они особо-то не стараются быть в центре внимания, но они как-то естественным образом оказываются в центре внимания. Допустим, человек любит волосы красного цвета и одеваться весь в зеленую одежду. Он так наденет, потому что ему это нравится. Не для того, чтобы быть в центре внимания. Ему просто это нравится, ему кажется, что это красиво. Но все в округе, конечно же, все на него обратят внимание. Кстати, больше про креативность, наверное, нужно отнести к... А, 한국어프에서요, 이렇게 찾으시면 됩니다. 아프리카 TV.com 제기엔님 공유입니다. Но в чем же их отрицательная черта? Может быть, положительный наоборот. Они очень-очень изонцогида.
이성적이다. 이성적이다. Это означает очень-очень рационалистичный. Рационалистичный человек. Всегда думать и мыслить рационально. И всегда чинчакада. Такие люди всегда-всегда чинчакада. Что означает слово чинчакада? Уравновешенные. Уравновешенный. Уравновешенный, такой вот неспешный, да, особо никогда не торопится, даже если он будет опаздывать, да. Неторопливый, невозмутимый, нет, невозмутимый не пойдет, наверное, так, да. Неторопливый, уравновешенный, такой спокойный человек. Терпеть не любит канцов. Такие люди терпеть канцобы сироада, терпеть не могут канцоб. Что такое канцоб? Это когда люди все время вмешиваются во что-либо. Вмешательство, так? Люди четвертой группы крови терпеть не могут, когда кто-то к ним прям вмешивается, говорят, делай то, делай сё, ты не прав, надо так. Надо то, надо сё. И так далее. Вокруг-то всё равно. Но вы по-прежнему сделаете то, как вы посчитаете нужным, да? Вот почему корейцы так много внимания уделяют на группы крови. Особенно, знаете, на часто еще при первом знакомстве. По первому знакомству задает вопрос, какая у вас группа крови, чтобы примерно сориентироваться, какой у него характер. Записывайте, успеваете, все? Все успеваете? Я смотрю, теперь вы все начали быстрее как-то переписывать, писать. Гораздо быстрее. Сегодня я даже не ожидала, что мы так быстро будем продвигаться. Я думала, мы будем очень долго с вами говорить. Как хорошо. Теперь последняя группа крови. Это первая, моя. Первая. Они очень-очень чинарёги и чута. Чинарё – это, знаете, дружелюбность. Дружелюбность. И моя, и моя. Ну, шкара тоже первой группы крови, да? Они очень дружелюбные. Очень легко знакомиться. Очень легко знакомиться. Хорошо дружат. Могут легко подойти к незнакомому человеку, спросить дорогу, при этом сделать это очень правильно, тактично, с добротой. Как это называть там? Паллярада. Паллярада. Может быть, Шугари, проверьте еще разок.
Паларада. Это веселый, оживленный, энергичный такой, да, энергичный и жизнерадостный всегда. И жизнерадостный. Очень-очень-очень кынджонжогида. Кынджонжогида. Оптимистичные, оптимистичные. Да, живые, конечно, поэтому я еще раз говорю, это не статистических данных об этом, нет исследований научных, нет доказательств, так что мы это так ради интереса. Ну, да, не, целеустремленные, это точно. А, целеустремленные. Цель, ёльсонгчогида. Так, целеустремленный, как это мы лучше скажем. Сейчас я посмотрю, целеустремленный. Ёльсонгчогида, ёльсонгчогида. Страстный, целеустремленный. А, эмоциональные. Про эмоциональность чаще говорят про третью группу крови. Про первую не очень. Они более такие веселые, всегда такие вот оживленные очень. Всегда очень хорошо улыбаются, очень улыбчивые. Всегда веселые. Но у них тоже есть минус. То, что они всегда любят новое. Всегда любят новое и быстро, им быстро надоедает старое. Мачобайо. Пендоксропта, или да, пендоксропта? Пендоксропта? Нет. Быстро тилида. Тилида это надо есть. Надо есть. Надо есться. Кльсе. Марады джуэзи. Им быстро надоедает то или иное дело, поэтому как они легко начинают новое дело, но быстро бросают. Легко берутся за новое дело, но также быстро бросают. И тогда они очень сильно расстраиваются по этому поводу, что они не смогли до конца сделать свое дело. Но благодаря их оптимизму они быстро об этом забывают и опять же берутся за новое. Непостоянные, да, непостоянные, можно сказать. Лизи, хай! Welcome to my cast. Но они еще одновременно очень хёнсильцогида. Реалистичные, реалистичные. Можно сказать, да? Хёнсильцогида. Они... Нет, реалистичные это немножко не то, да? Они... Хёнсильчуй, хёнсильцогида. 현실적.
Ну да, реалистически. А как по-другому? Я правильно писала, нет? Реалисти... Реалист. Шкратко, мама. Реалисты, да. You're too lazy, no, I don't think so. Материалисты. Материалист. Реалист, материалист. Здравый, точно, витаминка, здравый. Здравый. Вот так вот мы сегодня разобрали несколько новых слов. Что связано с группой крови. А в там в фильме, кстати, уже известна группа крови Сун Джунги, знаете ли? Кейн Джонбонен Фальсараджи Ансумида. Вы кидаме мумуге муробуге? Кидаме мумуге муробула, кроти. Не фильм, а вот этот. Потом как солнце. Потом как солнце. Там у героя Юсидин, да, то есть кого играет Сун Джунги, там уже известна его группа крови. Там у него на левом плече есть такая вот напись, запись, что А. Это означает его группа крови. Говорят, солдатам всегда приклеивали группу крови и костюм. Сейчас я найду фотографию, покажу вам. Будет ли? Правда интересно, да? Я, к сожалению, не могу рекомендовать хороший словарь, потому что я такого не знаю. Сама еще не нашла. Нету. Вот видите, у него вот здесь написано А плюс. А плюс. Вторая группа крови положительная. Да. Два резус плюс, да. А у другого, посмотрим, у другого что написано. А другого увидим ли мы его? А, вот. У него третья группа плюс. У него третья группа плюс. Выдали нам секрет. Да, и есть еще девушка, да? Его девушка. У нее, посмотрим на ее плечо. Ай, нету. Нету. Но я как-то видела, по-моему, у нее была первая. А, вот. Это. Вот здесь вот. Левая, значит, у нее первая плюс. А, некоторые на теле наколо. А еще я знаю, что в Корее солдатам дают вот это вот на шею. Браслет. Цепочку. Да, дают цепочку. И
там как раз спасибо, Анна. Анна Гамая. Я об этом тоже не знала, но, видите ли, фанаты обнаружили некоторые ошибочки в этой дораме, что у него на плече точно написано, что у него группа крови А, вторая группа крови, а вот здесь вот, оказывается, солдаты носят на шее тоже свое имя, или написано имя, идентификационный номер и группа крови там же. То есть у него на шее висит с надписью, что у него первая, а вот на плече написано, что вторая. Видите, какие фанаты молодцы. Все находят.